Вы слушаете и смотрите программу «Право слова», у микрофона Олег Усов. Я беседую с нашей гостью, блистательной артисткой Зариной Каировой. Зарина, к сожалению, у нас не так много времени, чтобы я мог задать вам все вопросы, которые у меня накопились к вам. Их очень много, но надеюсь, что мы это сделаем в ряде программ. Я бы хотел сейчас вернуть нас всех к вашим ролям. У вас было не так мало ролей все-таки, не так мало. Но вот «Воронины», телесериал. Как туда попало, наверное. Это тоже очень интересно. Но меня больше, да, меня вот больше интересует, что ведь «Воронины» снимает до сих пор же, да? Я надеюсь, что вы еще вернетесь. Кстати, в последних сериях я почему-то вас не вижу. Как сценарист там пропишет эту роль, не знаю. А я, например, подсознательно все время злюсь на... Думаю, возможно, может быть. На Леню, на Станислава Дучка, который вас почему-то не приглашает. Хотя бы показал вам семью свою, как он устроился, как там Настя сына воспитывает. Все-таки вы не чужая ему. Но я периодически возвращаюсь туда, в этот сериал. Я думаю, что будет этот момент. Вот Александр Жигалкин, это ведь режиссер со вкусом богатым. Да. Вот его 6 кадров, «Воронины». Ведь у него нет ни одного неверного решения по актерам. Он не ошибается в актерах. И он не ошибся в вас. Вы смотрите, какое тело. Вы сыграли Карину из Сочи. Да, сочинскую армяночку, да. А ведь более миллиона армян живет в России. Вот тоже интересно, почему так получилось. И театры в Армении есть. А вот он именно вас выбрал. Он из миллиона армян выбрал на роль симпатичной, красивой армянки, осетинку. Почему? Как это получилось? Да. Ну, как так получилось? Во-первых, сейчас совершенно случайно, я даже не знала, что попаду в «Воронины». Меня пригласили на кастинг в сериал «Молодожены» на главную роль. После этих проб, через 3 дня, у меня был такой звоночек, когда позвонил кастинг-директор, и она просто сказала: «Здравствуйте, есть такой сериал, оплата такая-то, значит, будет серия столько-то съемочных дней, готовы ли вы, потому что мы вас утверждаем, съемочный день будет такого-то». То есть я не пробовалась. Я не пробовалась на эту роль, то есть меня они уже увидели именно в других пробах, вот, и, наверное, утвердили вот так вот. Сразу же разглядели. Да, поэтому, приехав туда, я уже, выучив свою роль, совершенно точно знала, что и как будет. Единственное, что вот о чем меня предупредили, режиссер сказал, что: «Зарин, ты должна говорить на армянском языке так хорошо, как будто ты армянка». Я говорю: «Да это невозможно, если я не говорила никогда. У них особенный язык, там есть такие звуки, которые не сразу их уловишь. Мелодика определенная этого языка. Протяжена, да. Р, красавица». Да, совершенно точно. Поэтому я очень запереживала, но в этом мне помогли. И я достаточно хорошо говорила на армянском языке, до сих пор помню свои фразы и даже могу сейчас... В фильме. И сейчас могу их проговорить, вот. Проговорила, и потом, когда уже сериал начал набирать обороты и повторяли очень часто эти серии, они как-то вот были или популярны, им всем понравилось, со всех сторон начали мне писать. Кастинг-директоры начали мне узнавать, писали там, что вот есть другие, значит, какие-то пробы. Я не думала, что вот такая малюсенькая какая-то роль, что так ярко я покажусь, что я так буду запоминаться людям, да? А что самое интересное? Количество не главное. Самое интересное, да. А перед этим был сериал «Универ», где сыграла Алину, там девочка со сросшимися бровями, с Гошей я играла вместе. И после того, как показали этот сериал, эту серию, я выходила в театральную школу к своим деткам, иду, значит, к себе на урок. И запуталась в дороге, думаю, как-то я что-то куда-то не туда. И там вот идут, значит, парочка, парень с девушкой, с ребеночком. Я говорю: «Извините, пожалуйста, вы не подскажете улицу Декабристов?» Они так на меня посмотрели. Ну, так на свою жену. Это же Алина!
показывали. Она такая, о, точно, это вы? Я так обалдела, думаю, вот это да. Я говорю, ну да, это я. Вообще-то меня зовут Зарина. Это я. Вот так вот начали как-то меня узнавать, для меня было удивительно. Потом я приехала в Беслан, показывали Воронина, и вот я еду во Владикавказ, Беслана, стою на остановке. Думаю, да когда же наконец-таки у нас будет нормальный транспорт? Злюсь, думаю, когда же приедет хоть такси, что-нибудь? И жду. Подходит девушка такая. Я на вас полчаса смотрю. Это вы Карина из Воронинов? Я говорю, да. А что вы здесь делаете? Я говорю, я здесь живу. Вы что, осетинка? Там столько восхищения. Сразу же какой-то таксист подъехал. Или он слышал, я не знаю, он подъехал. Можно вас довезти там бесплатно? Да, вот такие вот случаи тоже были. Ну а что для вас вообще Воронины? Ведь вы снимались в удивительном ансамбле актерском. Ведь, ну, кого не возьми, это же просто уникальный и актер, и человек, допустим, Клюев. Да. Дронов. Там, Клюев это наш педагог в Щепкинском училище. Он замечательный человек, он ведет курс, удивительный педагог тоже по мастерству. Значит, удивительная атмосфера в Воронинах. Вот. Ну, это вот чувствуется. Да, я снималась в других сериалах, но там настолько легко, там так приятно работать. Перед съемками садятся за стол, нету такого, кто-то медийный, кто-то не медийный. Очень вот как семья, все просто спокойно разговаривают. Притом, значит, с Катей, которая играет там главную роль, мы, значит, учились в Щепке. И она говорит, ну не называйте ее Зарина, так как я училась на остинском курсе, Зарина и Залина в Осетии, все зайки. Там Зая, Зарина, Залина, это Зая. Она у нас в Щепке была зайка, но они не могли меня зайкой называть. Вы имеете в виду Екатерину Волкову, да? Да. Это Вера. Вот. Да, Вера. Фильму. Катя, она когда она не зайка. Она тоже похожа на осетинку, кстати. Ну, она, на самом деле, у нее свой волос светленький. Просто так как перед этим сериалом она много снималась в разных рекламах, где она была светленькая. После того, как попала в этот сериал, наверное, нужно было перекраситься. Вот сейчас мне говорят перекраситься, я не знаю, на кого я буду похожа, если я высветлюсь на 3 тона, то есть, ну, не нет, знаю. Нет, Зарина, вы Карина, вы должны еще появиться в этом телесериале, ну, обязательно. Ну, если появлюсь, то, конечно же, они опять меня перекрасят в черный цвет, уж такая профессия. А вдруг нас сейчас увидят, давайте попросим создателей сериала, ну, пожалуйста, ну, очень нужна Карина. Конечно же, не надо, на самом деле, вот... В эпизоде. Ну, ничего, я думаю, что будут роли, будут интересные роли. Карина, это всего лишь так. Это обязательно. Да, телесериал «Воронины», конечно, это... Я очень надеюсь, что это будет как раз тем самым трамплином вашей творческой жизни, потому что это действительно хорошая школа, это игра вместе с уникальными людьми. Борис Клюев, Георгий Дронов, да, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, конечно. Фроловцева. Прекрасные актеры, и видно, что это семья. Такое ощущение, что они вот и вне съемок тоже так же вот спорят. Ой, да? Вы знаете, как удивительно. Николай Петрович и его супруга. Они да? Очень весело вообще. Они приходят, приносят еды, вместе сидят, чаек пьют. Очень так приятно разговаривают. Костюмеры говорят про Стаса, они говорят, что это человек, который за все эти годы ни разу не пришел с плохим настроением. Он как партнер просто удивительный. Там была сцена такая у нас, где у нас мы обнимались. Я не понимала, как мне так заморозилось, не знала, что мне делать. Он подошел такой. Я понимаю, что ты с Кавказа, и что твой отец меня убьет так. Ты не переживай, все нормально. Значит, будем делать так. Я там стою, ты здесь стоишь так. Ты подходишь, все, он, значит, развел без режиссера. И мне так спокойно стало, думаю, да, хорошо. Все взял в свои руки. Все сделал как нужно. На самом деле, молодцы. Да, и там еще такой момент был, когда вот армянский язык, я выучила это его текстом. Пришла, а мне говорят, нет. Ты не должна, ты, значит, по смыслу говоришь одну фразу, потом по-русски, потом опять по-армянски, потом опять по-русски. Я в ступоре думаю, как же я запомню-то, я не могу понять по фразам, где их, ну, порезать как бы, и я путаюсь.
Естественно, Станислав сразу говорит: принесите досточку, доску, доску с мелом. Я, значит, написала фразу по-русски, фразу по-армянски, по-русски, по-армянски. И вот мой партнер здесь. И за ним поставили, значит, вот эту огромную надпись на армянском языке. И когда я к нему обращалась, то есть у меня впереди были фразы. Но так удивительно, такой парадокс, когда я их написала, я сразу же внутренне успокоилась. То есть вот эта лишняя суета, она куда-то ушла. И я поняла, что я могу это все сделать спокойно. Ну, с первого дубля они все сняли, поэтому все было хорошо. Да. Вот уже 5 лет почти этот телесериал на экранах, а я все это время жил не в России, в Чехии. Я вам скажу откровенно. По российскому телевидению, у меня была чешская, там украинская, масса других там телевидений, но по российскому я смотрел только Ворониных. Да. Благодаря вам, благодаря Дужникову, Дронову, Клюеву, Фроловцевой. Скажите, пожалуйста, Зарина, ну вот телесериал, это какой-то, видно, особый род искусства? Ой. И искусство, и заработка денег, как бы это ни было, вот сейчас не звучало. На самом деле, это, естественно, все артисты понимают, что если они попадают в сериал, то это хорошие деньги. То есть каждый день ты получаешь за съемочный день достаточно нормальную ставку, ты работаешь. Но к этому особо не относится так прям, вот, знаете, такое искусство великое. Я считаю, что для артиста самое главное – это сцена, это театр. Театр лечит актера, театр избавляет от штампов, да, то есть здесь нужно еще уметь по-разному работать артисту. Допустим, театр – это другое. Тут вот, допустим, когда у меня в ноябре были съемки у Фомина, Олег Фомин снимал фильм «Легавые 2», меня пригласили на роль Осетинки в этот сериал, Суслан Федаров тоже снимается, наш тоже земляк. Приехав туда, естественно, меня встретили, все, дали мне, значит, текст, и во время работы ты понимаешь, что тут не зритель, тут камера, и с камерой нужно работать по-другому. А в основном в Щепкино нас учили работать на зрителя, на сцену, а вот чтобы поставили камеру, и ты работаешь с камерой, это было очень сложно для меня. И первые мои съемки это были в детективах, потом я играла роль богатой женщины, которая своего мужа хочет убить и так далее. Уж извините. Да. И вот первые мои съемки, пару фраз, и я никак не могу сказать их на камеру. Я запинаюсь, замыкаюсь, думаю, что со мной. Но когда ты начинаешь уже сниматься, первый, второй, пятый день, ты уже легко работаешь, текст совершенно спокойно, значит, ложится уже, ты начинаешь его запоминать легко, не суетишься, вот эта лишняя суета уходит. То есть я думаю, что нужно еще учиться, как допустим, работать на сцене, так и с камерой определенно. Я почему спросил, вот именно этот вопрос задал, что многие как-то относятся снисходительно к сериалам. А, это что-то не то. Я так не считаю. Мы разбирали все подробно. Мы перед съемками садились за стол, как в театре разбирают спектакль, то есть начитки. Мы садились, все это вот разбирали, что кто как чего делает, какие события, что происходит. А потом уже шли на съемочную площадку, пробовали без камеры, ну, там пару дублей, и затем уже, и, конечно же, есть такой момент, когда ты прикован к камере, то есть вот если у тебя какие-то определенные эмоции, и у тебя вот именно вот эта камера, или вот эта камера, то есть ты должен понимать, что голову чуть-чуть там на 2 сантиметра вдруг, и пойдет дубль заново, то есть ни в коем случае. Какие-то технические моменты, все это нужно у себя держать и не терять свою мысль в роли и как бы играть правильно.